Здорово, народ, с вами настройщик Леха, и это последняя часть подведения итогов уже насчет нашей спальни. То есть мы закончили спальню, в этом видео конкретно разложу по полочкам, какие работы были выполнены, сколько денег было потрачено, ну и человека-часы тоже, все это будет. Ролик получился большим, больше 30 минут, потому что коротко не получилось, но для тех, кто любит маленькие 10-минутные ролики, про вас я тоже не забыл, все будет, но будет во вторник уже в этом. То есть также все будет, всем постараюсь угодить. Итак, быстренько пробежимся, быстренько, коротенько, с ошибками, что почему, что бы улучшил, что бы дополнил. Чтобы было не скучно слушать, также будет немножко разнообразие с музыкой. А, это самое главное, если вам что-то понравилось, ну, хотя вряд ли, конечно, вы не любите цыганский стиль, то отдельно на каждый вид работы под видео будут ссылки на плейлист. Там есть отдельно ролики на каждый вид работ, где все подробно рассказываю, показываю. Ну, с этим все, погнали. Итак, черновые полы. Полы выполнены, как вы знаете, обычное перекрытие сделано бруском 100 на 150. Сверху на бруске лежит доска 150 на 50. Между брусков находится в перекрытиях каменная вата для шумоизоляции 150 мм. И сверху лежит еще на эти доски, сейчас я ложу фанеру. Обычная невлагостойкая сантиметровая фанера 150 на 150. Сейчас, на данный момент, вот сегодня, OSB стоит дешевле. То есть той же плотности, имеется в виду сантиметр толщиной, по объему выиграете, то есть OSB будет дешевле. Но на тот момент я покупал по акции, по скидке рассказывал, и цена за OSB и фанеру была одинакова, там плюс-минус 50 рублей был за погонный метр. Почему все-таки взял фанеру? Потому что была такая, скажем так, наивность, что фанера все-таки прочнее, чем OSB, и значит, если застелю свой пол на втором этаже фанерой, то он перестанет батутить. Ничего подобного, это не больно-то помогло, все равно батутность есть, она никуда не ушла. Вот если бы, наверное, сделать два слоя влагостойкой фанеры с толщиной по 2 сантиметра, то да, возможно, батутность бы ушла. Ушло всего 7 листов этой фанеры, что по времени, по трудозатратам, то в принципе задний все это можно один человек спокойно сделает, это не так трудно. Единственное, я не делал выравнивание полов, то есть вот доски я прибил, как помните, показывал в этом ролике. Расстояние между досками буквально в гвоздь, то есть 4 мм. Сейчас доски уже полгода полежали, все это рассохлось, расстояние кое-где до сантиметра увеличилось. Доски подниматься не стали, они так, в принципе, были кривые, потому что на кривых станках пилили. Я же делал не кондицию, то есть 40-ю доску, что очень не советую покупать. Берите сразу 50-ку, то есть 150 на 50. Я взял 40-ку тушную, она мало того, что по толщине там может до сантиметра доходить, ну, то есть плавает, так она еще и в ширину тоже там не очень-то гладенько. То есть доска может быть тоже кривая до 2 сантиметров. Такое тоже может быть, поэтому лучше сразу купить стандарт и, то есть, не париться. То есть тут экономия уже чревата. Но для меня это ничего страшного. Застелил фанерой, сверху улегли полы, и все это супер, все ничего не видно. А вот если бы это делали в зале на кухне, где-то будет парадный вид, где-то будет каждый день все просматриваться, ну, в принципе, это уже несерьезно. То есть этот подход уже не котируется. Пополам, в принципе, все. Заканчиваем и переходим к следующему этапу. Итак, следующий этап у нас перегородки. Перегородки выполнены из гипсокартона. Также я рассказывал, почему, что. Но повторюсь, коротенько. Это деревянное перекрытие. Там есть промежуток между стенами, то есть длина перекрытия 4,20, а значит есть батутность. Поэтому нужно делать хорошие, основательные какие-то перегородки. Я выбрал гипсокартон. Гипсокартон взял влагостойкий, потому что купил его еще около 7 месяцев назад. Покупался он тогда тоже по акции, был Мерлен, тоже взял, эти там у них остатки были, 32 листа, вот я их и забрал. В принципе, ни о чем не жалею, он не погнулся, ничего, все нормально с ним. А так, в принципе, вот сейчас буду делать остальную часть дома, я буду покупать обычный гипсокартон, невлагостойкий, потому что все-таки по цене. Что касаемо железных элементов, то есть оснований, то есть каркас, из чего? Каркас был сделан из профилей, почему? Потому что если
пойти и взять строганный брусочек, он стоит дороже, чем сам даже кнауфский дорогой профиль. А это уже экономически невыгодно для меня. Если смотреть в сторону брусков сухих, то их нужно купить, сырые бруски, которые стоят 50 рублей, вот эти сырые 50 на 50, посушить их и потом из них сделать. Да, это будет дешевле, потому что профиль стоит 150-200 рублей там плюс-минус, а брусочек стоит 50-60 рублей. Но его нужно посушить, иначе его поведет, и все ваши стенки будут кривые и некрасивые, и все это будет очень плохо смотреться. Были ли ошибки? Конечно, ошибки были. Во-первых, не предложил шумоизоляционную ленту демпферную под сам профиль, то есть вверху и внизу под основание. Она должна быть там обязательно, она помогает задержать звук, ну как мне описали. Второе. Все листы гипсокартона крепятся в разбежку, как по вертикали, так по горизонтали. По горизонтали разбежку сделал, а по вертикали забыл. То есть нужно было делать разбежку и добавлять прочности. Гипсокартон, внутренняя стена, которая смотрит внутри комнаты, сделана в два слоя. Во-первых, шумоизоляция, прочность, а во-вторых, по инструкции применения гипсокартона на эту именно двухслойную часть очень хорошо можно закрепить полку, она будет там основательно держаться. У меня будет висеть там телевизор, поэтому для меня это было прям вот, ну, существенно. К тому же это всего лишь три листа с каждой стороны по цене, то есть на вопрос 700 рублей, ну, это не такая цена, как, ну, то есть неощутимо, скажем так. Также переборщил саморезами, кто знает, крепятся они 10-15 сантиметров друг от друга, я там понафигарил, это давай, ну, потому что, скажем так, было, поэтому и сделал. Да, еще был косячок над дверью, кто смотрел. Над дверью в проеме надо постараться закрепить целиковый лист гипсокартона и внутри листа гипсокартона выпилить дверь. А я собирал дверь из остатков, потом это поснимал, то есть по последнему, у меня же два слоя, вот второй слой, а потом снимал, сделал нормально. Ну потому что потом это все после отделки может треснуть, может повести, это не рекомендовано. Также мы не забываем, что к самой двери внутри профиля нужно еще размещать брусок, чтобы потом направляющую коробку от двери можно было к чему-то прицепиться. Ну и последняя ошибка, я не знаю, это сильно, не сильно, но она была. Это в углах можно было сэкономить профиль, если бы я собрал сначала две стены, параллельные друг другу, и потом уже к ним цеплял остальные стенки. Там была бы экономия в 4 профиля, то есть по одному-два профиля на каждый угол. А это уже экономия где-то в 1000 рублей. Немного, но ощутимо. Так как стенки будут еще, то есть на будущее уже надо учитывать. Ну все, в принципе, по профилю все рассказал. Заканчиваем нашу перегородку и переходим к потолку. Итак, потолок, да, цыганский потолок, все не оценили, но ничего, я на стриме показывал, кстати, спасибо всем, кто присутствовал, на следующей неделе, возможно, повторим,
как пойдет. Там пока проблемы у меня с и звуком, и с камерой. Что-то не хотят не работать нормально. Ладно, решим потом, напишу еще об этом. Так вот, потолок. Потолок цыганский, как вы любите. Сделан из гипсокартона. Всего ушло 7 листов и профиля. Всего на потолок вложено 3700 денег, то есть 3700 рублей. Как видите, это небольшое. Возможно бы дешевле было сделать натяжным, но я вот хочу такой и сделал. По времени ушло 3 дня. Да, на такой потолок ушло 3 дня. Во-первых, работайте, у вас руки постоянно вверху. Во-вторых, я делал это по картинкам в интернете, потому что по роликам я не нашел ничего подобного. Там не рассказывают, не показывают. Хотя я записал ролик, он длинный получился. Я там все подробно описывал, как я что делал. Если кому-то интересно, как под основание нечто, что-то похожее, может, кому-то понравится, будет делать. Там, в принципе, есть что посмотреть. Ну, а так, хотите повторить, повторяйте. А так, кто был на стриме, видел, что там подсветку сделал, смотрит вообще шикарно. Можно же основной свет не включать. Вообще супер. Что касаемо материала и удобства. Там неудобно. Почему? Потому что листы гипсокартона тяжелые. Я как будто 12,5 мм, они тяжелые. Одному было тяжело, поэтому даже жену просил. Всего лишь 5 листов, а как тяжело прикрепить. Потом дальше были профиля. Профиля были потолочные обычные, там ничего сложного не было. Саму полку немножко намучился, потому что вырезались эти вот элементы. Получились красиво они, но вот очень много времени. Получается, потолок подшить, сделать рейки, листы один день. Второй день полностью забирает конструкция, монтаж полки, все эти элементы подгонки. И уже третий день мы все это полностью, нижнюю часть, зашиваем гипсокартоном. Ну вот так и получается. 3 дня на монтаж, 3700 рублей. Ну и все, как итог. Вот это вот выглядит красиво. Хотя многие даже предлагали просто пошпаклевать, покрасить сам потолок USB сверху и будет нормально. Мне это не понравилось. Ну колхоз, ну что вот. А у меня гипсокартончик есть, что. Все у нас остались остатки, потому что в дальнейшем его уже больше никак не буду использовать. Возможно, еще на кухне будет, но пока еще не согласовали. Что касаемо по ошибкам, тут ошибки были только в том случае, где большие листы соприкасались друг с другом. Там нужно было бы по-хорошему еще один профиль кинуть, чтобы они друг с другом держались. Я потом-то закидывал фанерку, через фанерку сверлился, ну, чтобы, то есть, реально не ходили. А так, в принципе, особо-то ошибок не было, потому что это, то есть, ну, такой любительское, скажем так, решение. Какие могут быть ошибки, когда ты делаешь что-то для себя, а просто декоративный. Поэтому ничего сложного там нет. Что касаемо подсветок люстры, мы считать не будем, потому что потолок у меня стоит 3600 рублей, а люстру, допустим, повесим за 40 тысяч рублей, и получится потолок нифига не бюджетный. Но, забегая наперед, там люстра висит за 700 рублей, потому что нормально. И подсветка еще где-то 1000 рублей. С музыкой, со всем, как положено. We'll be right back.
Так, ну что, с потолком у нас в принципе все. Что еще можно сказать? Дальше переходим плавненько в отделку. Итак, отделка. Отделку начинаем прямо с потолка. Все швы, которые были сделаны стыки на потолке, а также часть на перегородках, они расшиваются специально. Туда закидываем шпаклевку, а желательно погрунтовать все это, я так и сделал. Потом кидается шпаклевка, потом туда кидается демпферная лента, желательно какой-нибудь стеклохолст. Он на упаковке так и называется. Потом это все опять шпаклюется сверху. Это первый день. Второй день погрунтовали, через час делаем второй слой, разглаживаем это, лишнее срезаем ножичком, и все будет красиво, чиги-пуки. Потом третий день начинается, делается весь полностью потолок черновой шпаклевкой. То есть все зашпаклевывается грубо, накидывается первый слой. Потом это все грунтуется, и потом уже идет пятый день, мы все это делаем под чистовую. И под шестой день мы все это шкурим, грунтуем. И седьмой день красим. Так долго занимает отделка? Нет, отделка занимает не так долго, это мокрые процессы. По-хорошему, там всего потрачено часов 12-14 на это все, то есть на все мероприятия по комнате, по потолку. Но из-за того, что были мокрые процессы, это были разные дни. То есть пока там сохло, я был в другой комнате и вот так перебегал, пока там сынет, да, сюда. Поэтому делал все в тандеме со стенами. Делалось шпаклевание потолка, делались выравнивание стен. Делалось поклевание стен, делалось грунтование либо выравнивание потолка. Когда началась грунтовка, грунтовали сразу перед покраской, имеется в виду, и стены, и потолок. Перед покраской то же самое, перед шпаклевкой то же самое. То есть все делалось в тандеме. Во-первых, это разные процессы. Во-вторых, если погрунтовать или покрасить сначала стены или потолок, а потом шкурить либо стены, либо потолок, то есть неважно в какой последовательности, пыль где-нибудь досяет, либо на потолке, либо на стенах. Поэтому желательно все в один день пошкурить, погрунтовать, и на второй день все это покрасить, и будет все классно, красненько, и будет все красиво. Что касаемо по времени ушло около 10 дней из-за мокрых процессов, то есть эта отделка заняла. Отделка была красивая, но опять же, на вкус и цвет говорится. Что касаемо материалов немного. Ушло 2 ушло мешка шпаклевки на стены, и один мешок ушел на потолок. Вот, в принципе, и все. 1000 рублей, цена вопроса. По грунтовке 2 канистры, по краске 1 ведро, 18 кг. Почему? Потому что я 2 раза грунтовал стены. Когда 2 раза грунтуешь, потом прокрас получается лучше. Краска не впитывается в стену, и потом нет этих просветов. Это вот краска была акриловая, то есть обычная. Водоэмульсия акриловая, нормально. Можно маслом покрасить, но это уже сильно. Потолок красился, кстати, на 3 раза. Первый слой был рекламный. Давали краску, которая тянется. Она когда на руках сохала, она прям тянулась. А потом также водоэмульсия. Без, вот если с атиматовой, если бы сделал глянцевый, дал бы еще, был бы еще такой блеск на потолке. Но не додумался, когда покупал. Я ее не покупал, кто не знает. Ну ладно, не об этом. Итак, заканчиваем потолок и переходим к окну.
Окно. Окно у нас стояло. Хорошо, что уже, в принципе, большой плюс, что окно стояло с рамой. И осталось сделать только подоконники и откосы. Подоконник был выбран самый дешевый, за 500-450 рублей погонный метр этого подоконника. Там 1.5 метра, то есть 100 рублей подоконник. И откосы. Откосы были сделаны из сэндвич-панелей. Эти откосы стоили как раз не на все окно, 3-4 квадрата, 1500 рублей. Почему не сделал счет другого? Был вариант поштукатурить, пошпаклевать, мокрые процессы, потом нужно хорошо разбираться в точке промерзания между оконным откосом, то есть профилем, и стеной. Шесть точек красоты у тебя будет внутри, то есть как раз в этой поштукатуренной области у откоса. То есть это будет плесень, и все это развалится. И все ссылаются, что вот в зданиях, в панельных домах, где построено, поштукатурено и нормально. Я не знаю, как там сделано в панельных домах, чем там обшито внутри. Возможно, хорошо, возможно, нет. Но я знаю, что в панельных домах, так я работал в эксплуатации довольно-таки долго в этих домах. Если дом, точнее, если не дом, а окно деревянное, то нормально, без вопросов. А вот у кого стоят пластиковые окна, у них там везде зелень, зелень и плесень. Возможно, сейчас кто-то скажет, монтажники такие, потому что люди, кто в квартирах, в основном монтажников себя вызывают. А возможно, как раз из-за того, что поштукатурено, и эти холодные процессы, то есть точки росы, как раз идут вот по границе между штукатуркой и оконным профилем. И оттуда идет промерзание, и плесень, и мокрица, и все это вытекающее. Поэтому от штукатурки отказался сразу. Был еще вариант сделать миноплекса, но в наличии не было, а покупать это уже дороже, чем сделать из сэндвич-панели. Поэтому сэндвич-панели сантиметровая, самое то. Самое нормальное, можно и помыть, и спрятать. Обналичник по 100 рублей, вообще получилось красиво, да и к тому же недорого. Я писал, что на такое окно, на 3-4 квадрата ушло, там, по-моему, 3-400 что ли, не знаю, в конце подытожим. Поэтому большое окно, вот так оно и стоит. Ну и, конечно же, последний вопрос самый, это были полы. Чтобы сейчас не упали в обморок, надеюсь, вы еще не заснули, досмотрели до конца это видео. Полы стоят 30 тысяч. Так, все, кто еще не упал в обморок, продолжаем. Полы мне дали спонсоры, я это, в принципе, не скрываю. Такие полы бы сейчас я с таким бюджетом, конечно, бы не взял. Потому что в моем понимании, в моем бюджетном понимании, то есть я человек, который вот большие деньги не зарабатывает, может, нормально. Полы за 30 тысяч должны, в принципе, утром, когда ты вот просыпаешься, свесил ноги с кровати, они должны тебе тапочки сами так подъезжать по полу. Вы такие встали, о, был тапочки, и пол у тебя, знаете, как это вот эскалатор, у тебя пол сам так двери везет. Ты так понимаю, пол за 30 тысяч. Ты можешь, в принципе, даже кровать не заправлять, потому что ты потом возвращаешься в эту комнату, и, в принципе, полы сами пылесосились, помылись. То есть, ну, дорого. Нет, материалы хорошие, базара нет. Полы, кто бы что ни говорил, полы суперские, качественные, не боятся влаги, они похожи чем-то на резину. Класс прочности 44, хотя у хорошего ламината максимально 33. То есть полы прям огонь. То есть на них прям вообще вот на кухню в зал, если мне спонсоры дадут, я обязательно их постелю, потому что ну, практически неубиваемые полы. Но дорого. Так у меня
бюджетный канал, и кто увидел такие полы, сразу, ну, растерялись, типа, как так? Ну, потому что подогнали. Поэтому мои затраты на полы – ноль, кроме плинтуса. Но мы посчитаем, будем брать средний статический ламинат за 500 рублей квадратный метр. У меня 16 квадратов, это значит 8 тысяч. И 8 тысяч плюс плинтус, вот с этими уголками, подрезками, еще не забудем потолочный тоже. Все это вместе, 2 тысячи где-то накидываем, ну, 10. Ну, по-хорошему, можно и 6-8, ну, ладно, будет, пусть будет 10. То есть там клей, может, пену не посчитали, пусть будет 10. Ну и все. Ну а теперь к экономической части посчитаем всего, сколько я убил в эту комнату времени и всего, сколько вложено денег. А также покажу ту самую статистику, которую давно уже не ведем, и только некоторые люди напомнили, что, Алексей, мы уже там сбили со счета, ты там сколько вложил. Сейчас все это покажу. Итак, поехали. По экономической части быстренько пробежимся, емкостно и четко. Черновой пол из фанеры, 7 листов, 5000 рублей, один день. Потом пошли перегородки. Перегородки на весь второй этаж, то есть полностью ушло 18 тысяч. Так мы считаем только одну часть комнаты, делим пополам, 9 тысяч. Это профиль, саморезы и гипсокартон. Дальше идет у нас потолок. Потолок 3700, говорил, 7 листов гипсокартона, профиля, в общем, 3700. Потом пошло окно, то есть откосы, точнее, не окно. Откос, сэндвич-панель, подоконник, пена, силикон, 3400. Об этом на канале даже есть цена, то есть все четко. Причем еще осталась половина ровно подоконника, и ровно еще половина осталась сэндвич панели как раз на второе окно, то есть на вторую комнату. Вообще классно. Дальше идет у нас отделка. Отделка ушла 2500. Это я накинул, потому что мы берем 3 мешка шпаклевки, ведро краски, по-моему, было 1200, что ли, 18 килограмм, валики, шкурки. То есть то постарался все закинуть, в общем, округлил 2500. Ну, можно 3, то есть кому-то нравится, какой регион. Хотя нахожусь в Москве, то есть цены здесь просто бомбят, поэтому, думаю, дороже у вас, в принципе, не будет. Если только не делать из очень дорогих, материалов. Ну и, в принципе, полы. Полы 30 тысяч мы не берем, полы берем десяточку максимум. Больше брать не будем, потому что, ну, это уже не бюджетный вариант. Берем 10, а так можно, в принципе, взять и 8. Итак, как итог, в эту комнату вбухано 29 100 рублей. Если у вас есть перегородки, и комната у вас такая же 16 квадратов, отнимаем эту перегородку, и получается 20 000 рублей вбухано в комнату. Ну, я думаю, в принципе, это, то есть, нормально, это бюджетно. Можно дороже, у кого-то люстра за 20 висит, а у кого-то комната. Поэтому встроенный шкаф, кровать, светильники, полки, мы это не будем, это уже... Украшение интерьера идет, это уже не отделка. Поэтому не будем считать. Ах, да, самое главное, очень просили, по человека-часам. По человека-часам несложно посчитать. Один день полы, три перегородки, три потолок, это уже неделя, правильно? Отделка съела неделю, в общем, как минимум, а то и 10 дней. И плюс один день пол. То есть в среднем получается, если округлить, по-человечески, если делать с нуля, со всеми мокрыми процессами, это около 17 дней, 17-18. Если мокрые процессы убрать в один день, то в принципе все делается за 8 дней. Поэтому мокрые процессы важны, желательно делать весь этаж второй сразу бы делать, и вот это было бы классно, то есть много сэкономил. И самое главное, я не забыл про всех, мне писали, возобновляю вести таблицу, чтобы было наглядно, что чего под каждым видео, чтобы не писали. Сколько всего вбухано уже в дом. Вот эта картинка. В отделку на сегодняшний день, вот с этой самой комнаты, вбухано 369 100 рублей. Инженерка практически сделана вся. Нету, не хватает только двух элементов буквально. Это подведение воды, ну хоть там трубу кинул и все, и вентиляции. Но она будет скоро. Сейчас закупаю материал. К сожалению, настолько у нас богатый рынок, что все детали едут из Китая, потому что они там дешевле чуть ли не в 3 раза. Поэтому придется подождать. Ну и так, как итог, в дом вбухано, цена не меняется. 1 080 000. Чтобы понимали, почему 1 080 000, кто не знает, потому что еще окна. Отнимаем окна, и у меня дом стоит 950 тысяч. А то там писали многие, не понимают. А окна, 130 мне съели, поэтому, то есть немало, сами понимаете. И как итог всего, сколько уже вбухано с кармана, с карты,
1 449 100 рублей. Сейчас, в принципе, думаю, сделать ванну. Уже там не маленькая сумма, еще кухня сколько съест. Поэтому думаю, да. Ну и фасад, естественно, фасад. Думаю, фасад просто съест 1300, наверное. Плюс скважина 100. Думаю, там сумма потом будет больше. Ну, посмотрим. Все-таки у меня идет экономия за счет собственных рук. Поэтому главное, чтобы был материал. Спасибо всем, кто смотрел это видео до конца. Надеюсь, я вас не утомил. Все по полочкам разложил. И не забудьте посмотреть во вторник, кому интересно. Там будет этот же ролик, но смонтирован уже в, как это сказать, в экшен-сценах. То есть там будет просто музыка, моих речей не будет. Я там ссылку укажу и в описании под видео, что кому интересно, смотрите основную версию. То есть именно этот ролик. Спасибо всем за просмотр. С вами был самостройщик Леха. Услышимся. Пока-пока.